Вітаю! Ви дивитесь програму «Моя батьківщина». Сьогодні наш гість в студії – президент Асамблеї національностей України Равшан Тагіїв. Вітаю вас! Ваша організація була створена 20 листопада 2013 року. З перших місяців існування вашої організації Асамблея дала підставу говорити про себе як реально працюючу організацію. І я наведу навіть приклад. Асамблея провела круглий стіл «Єдина країна – мета українського суспільства». І не де-не-де, а в Донецьку. На цьому форуму і в ході таких гострих дискусій було прийнято звернення до колишнього українського керівництва, в якому прозвучало відкрите звернення до боротьби з сепаратизмом. В ці часи це дуже сміливо так заявляти. Ви знаєте, ми ще в 2013 році, коли створили цю організацію, але цьому предшествувала многолетняя работа представителей разных этнических групп, которые входят в Ассамблею национальностей Украины. Я имею в виду в деле именно общественных делах для консолидации именно в украинском обществе представителей разных этнических групп. В городе Донецке мы провели круглый стол на тему «Единая страна. Цель украинского общества». И были приглашены представители разных этнических групп, профсоюзов, шахтеров, металлургов, представителей разных конфессий, молодежные организации, для того, чтобы мы обговаривали ситуацию, которая сложилась на тот момент на Донбассе. Ситуация была однозначно тревожная и опасная. Нам даже говорили, что система безопасности там не работает, ни в коем случае туда нельзя ехать, это очень большой риск. Но мы не отказались от своей идеи, потому что нам было очень важно именно в этот момент собрать общественность Донецкой области. Там были представители разных городов Донецкой области, из Горловки, Артемовска, Макеевки, Енакиево, Мариуполь, Ясиноватые, Донецка и других городов. Для того, чтобы мы, во-первых, изучили мнение жителей Донецкого региона относительно тех сепаратистских движений, которые активизировалась на тот момент, и, безусловно, донести до руководства нашей страны реальное, объективное мнение жителей Донбасса и представителей разных, еще раз подтверждаю, этнических групп и профессий, конфессий и молодежных организаций, что и нами было сделано. После того, что мы были в Донецке, через две недели, буквально 14 мая, на меня было совершено покушение. В центре города Киева стреляли киллеры, были в масках, с темной машины. Я думал, что это три выстрела, я насколько слышал. А после того, как были проведены следственные действия, когда представители Министерства внутренних дел выезжали со мной на место происшествия, после того, как мне была сделана операция, я выздоровел, и они показали, что было, оказывается, 5 выстрелов, 5 пуль. То есть с 5 метров примерно стреляли 5 пуль, и уровень был 1,45 м высотой, то есть били по центру, чтобы ее убить, именно на поражение. Но мне повезло, что я увидел вовремя, я отреагировал, я остался живой. И, наверное, я свою миссию еще какой-то должен выполнять в этой жизни, я так считаю. Но если говорить о более серьезном, то действительно и были угрозы, но говорить о том, что с чьей стороны, к сожалению, следствие до сих пор следствие не нашло тех, которые устроили покушение. Мы, как Ассамблея национальностей, начиная с декабря месяца, как в конце ноября был разогнан митинг студентов, которые вышли на мирный протест, мы выступали за то, что мы осуждаем силовые действия, которые происходят в Киеве, и мы выступаем за мирные протесты граждан. Что и было. В принципе, это были мирные протесты, они были жестоко и избиты представителями власти. Но некоторые лица, возможно, и недовольны были именно работой деятельности Ассамблеи национальностей. Мы видели даже черный пиар, который против нас вели работы, и в частности против меня. Сегодня мы ведем свою линию четко, как и год назад, что мы выступаем за территориальную целостность нашего государства Украины. Никакие аннексии ни Крыма, ни регионов Донбасса, части Донбасса мы не признаем и не признаем. Мы считаем, что международное право рано и поздно оно восторжествует, и эти вопросы мы сможем решить и в международных судах, но однозначно мы сегодня выступаем против войны. Считаем, что война
приносит жертвы, что война приносит смерть, война приносит разруху нашему государству. И об этом должны думать политики в том числе. Але ж були такі, які були незадоволені створені вашою організацією. От вони питали, а для чого ще така одна структура, така організація? Я завжди приветствую тих людей, які хочуть зробити щось нове. Тобто раніше працювали всі в форматах деяких громадських організацій, кожен, тобто з різних етнічних груп. Деякі організації працювали в рамках і Ради національних товариств України, но нужно было дать импульс, именно новый импульс межнациональным отношениям, чтобы общественники активизировались для того, чтобы мы обращали внимание на все плюсы и минусы, которые общественно-экономических социальных процессах нашего государства. К нам входят организации, в которых много организаций есть, и в Николаевской области, и в Харьковских, и других. И то есть, помимо того, что это представители разных этнических групп, есть военно-патриотические, есть молодежные организации, то разные организации входят. Ассамблея национальности – это организация, которая создана для того, чтобы мы вели работу для консолидации в украинском обществе, представителей разных этнических групп. Мы не должны жить только своей этнокультурой, представителей разных этнических групп. Так как Украина является мультикультурной страной, мы должны способствовать и помогать разным этническим группам, чтобы они интегрировались в украинское общество. А чем отличается ваша новостворенная организация от других? У разного есть свои подходы, но цель одна. Цель одна, еще раз говорю, что все хотят реально, чтобы в нашем государстве был мир и межнациональный диалог, чтобы был. Мы видели, что, к сожалению, в этом направлении в последнее время такой активной позиции не было некоторых общественных организаций. Ведь на сегодняшний день есть же организации, которые довольно-таки успешно работают, и Интернациональный союз, такая же организация, как у нас, и Рада национальных товариществ, которая идет сейчас новые перевыборы, перетрубации. Ведь был заслуженный общественный деятель Украины, известный человек был покойный Илья Михайлович Левитас, который много лет возглавлял эту организацию. Я сам начинал 25 лет назад в этой организации. Но застой был, честно говоря, и надо было этот процесс активизировать. И нам это удалось, и мы создали какую-то, как сказать, добрую конкуренцию. И вот мы, каждый из этих организаций, стараемся показать высокий уровень профессионализма именно в деле консолидации в украинском обществе. Во-первых, общественные организации, которые входят каждый в эти ассамблеи, финансируют себя сами. Но те организации, которые именно нуждаются в том, чтобы дополнительная помощь была оказана, например, проведением каких-то мероприятий или изданием каких-то книг, мы находим возможность и это делаем. Я сам занимаюсь и бизнесом 24 года, ну и пару людей еще помогают. А за каким принципом взагалі-то побудована ваша структура? Я сам 5 лет проработал дипломатом в свое время, и я считаю, что мы уже давно созрели, чтобы мы выходили на новые уровни структурированные именно таких общественных организаций, и чтобы мы обзавелись именно даже на международном уровне связями, потому что мы видим, что мир развивается. Если мы стремимся к каким-то демократическим процессам и стремимся к построению демократического общества, то мы должны еще помимо всего учиться и на международном уровне создавать контакты для этого дела. И наш знак даже похож со знаком Организации Объединенных Наций. Какие межнациональные проблемы взагалі-то существуют и какими вы наразі переймаєтесь? Знаете, вот постоянно мы проводим мероприятия и в Украине, связанные именно с проблемами межнациональных отношений, и участвуем постоянно на разных международных конференциях, форумах и других мероприятиях, связанных с межнациональными отношениями. Я скажу, что вот за последние годы реально существенно снизились именно проблемы, связанные с межнациональными отношениями. Вот элементарно даже взять, если динамику конфликтов на межнациональных почве, да, даже несмотря на то, что у нас сегодня идет война, реальная война, навязанная Украине извне, этот конфликт еще не перерос в этнический конфликт.
Знаете, как вот, кто бы не хотел бы, чтобы это был этнический конфликт. Вот если взять даже вот карабахский вопрос, абхазский вопрос, эти вопросы переходили постепенно уже в этническую площадку. Да, да, действительно была захвата территорий со стороны, с помощью сильных государств, но там происходили, помимо всего, политических, еще этнические конфликты. А в Украине мы видим, что и очень много русских сегодня воюют на стороне Украины. Есть украинцы по национальности, которые же воюют со стороны сепаратистов. И, то есть это нельзя назвать этническим конфликтом. А то, что касается, безусловно, даже взять вот вопрос антисемитизма, например, то, например, 13-й год там 13 случаев, 14-й год меньше 20 случаев признаков и случаев антисемитизма в Украине. Если это мы будем сравнивать с европейскими странами, как Франция и другими странами, то это в десятки и в сотни разы меньше. За короткий час вашої роботи з'явилися організації у Нью-Йорку, Чикаго, Празі, Берліні і, звичайно, у Києві, які об'єднують людей різних національностей. Як з'явилася ідея відкриття таких філій? Я смотрю, что вы очень осведомлены нашей работой, и это меня радует. Но действительно, есть у нас наш бывший киевлянин Леонид Барт, он серьезный общественник в Соединенных Штатах, и мы познакомились с Леонидом Бартом на этом мероприятии, и у нас сразу родилась эта идея. Я предложил, что вот есть у нас Ассамблея национальности Украины, мы должны создать в Соединенных Штатах серьезную площадку, неправительственную площадку для того, чтобы разные этнические группы могли входить именно в Соединенных Штатах. Почему? Потому что и Организация Объединенных Наций находится в Соединенных Штатах, чтобы мы могли использовать все эти контакты для того, чтобы решать глобальные вопросы в разных странах. И моя идея очень серьезно воспринялась и с господином Барном, и мы зарегистрировали в Соединенных Штатах Ассамблею диаспор мира. И потом наши представительства начали развиваться, и сегодня у нас действительно и в Праге, и в Киеве, и в других странах мы имеем представителей Ассамблеи диаспор мира, и мы создали институт сопредседателей. То есть я один из сопредседателей Ассамблеи диаспор мира. Мы проводили и в Конгрессе США несколько мероприятий, слушаний в Организации Объединенных Наций, именно связанные даже с украинским конфликтом, и с крымскими татарами связанные вопросы. То есть если войти на сайт Ассамблеи диаспор мира и смотреть эти мероприятия, то есть действительно мы как Ассамблея национальности Украины в рамках Ассамблеи диаспор мира проводим не то что общественно-политические мероприятия, которые тоже нужны во внешней политике нашего украинского государства. Тобто ви хочете сказати, що на багатьох таких зустрічах ви обговорюєте ситуацію, яка відбувається в Україні, і могли мати таку підтримку. Це були просто слова, чи вони дійсно реально мають підтримку? Ми привозили, коли ще діяв Майдан, здесь ми привозили сюди з Сполучених Штатів і политиков, и конгрессмен приезжал сюда, и они ездили, смотрели, и реальное состояние, объективное мнение, которое сложилось именно у этих людей в ходе визита, было предоставлено и в Конгресс США. Мы считаем, что и у нас есть друзья и партнеры и среди демократов, и среди республиканцев, и такие, как и Хаким Джефферс, и другие люди, которые нас поддерживают, и я считаю, это очень важно, потому что наша дипломатия Министерства иностранных дел, она работает, но каждый гражданин, независимо от того, что какой он профессии, какой этнического происхождения, если он чувствует себя украинцем, так как он является гражданином Украины, любит эту страну, он должен все максимальное для того, чтобы приносить пользу, особенно в этот сложный момент. Я, как бывший дипломат, вижу, что в этом направлении и мои знания, и корректировки. Как раз годилось. Да, и очень нужны и востребованы, и у нас это получается неплохо довольно-таки. Політика Путіна має дуже велику підтримку в російському суспільстві. Це пов'язано з серйозними перепонами правдивої інформації російських ЗМІ, бо йде потужна дезінформація по відношенню до того, що відбувається в Україні. Вам як історику, як дипломата, це нічого не нагадує? Якщо так взяти от історію, я як історик по образованию, я закінчив університет Шевченка, факультет історичний. Дипломная моя работа была государственное учреждение Российской империи 19 века. Ну, Россия по-другому не умеет мыслить пока, к сожалению. Знаете, вот если взять и 200 с лишним лет назад, когда и война была в Крыму, и когда Екатерина ведь
Тогда тоже применялось то, что якобы притеснялись русскоязычное население. Да? И греки, и другие национальности, и татары были выселены. Ну, и Мариуполь. Вот сегодня форпост наш Мариуполь, да, мы обязательно должны продержать эту линию. Да? Вот Мариуполь, вот именно вот создавались рядом с Мариуполем такие города, как Урзуф, там поселение, Старый Крым и так далее. Ну, это говорит о том, что история повторяется. Такое же было, и мы видели и в 19-м, и в 20 веке, и сегодня в 21 веке использовался предлог о якобы притеснении русского языка и русского населения, был ввод войск и была агрессия против нашей Украины. Речь не идет только об одном Путине. Я считаю, что должно быть после этого, вначале у нас идет осуждение, это мы осуждаем все это, должно быть потом покаяние. После этого может быть прощение. Я хочу вам нагадати, що ви дивитесь програму «Моя батьківщина», і ми ведемо розмову з президентом Асамблеї національності України Равшаном Тагієвим. Ви дуже багато подорожуєте, я знаю, яка думка в світі про ситуацію, яка відбувається в Україні. Чи вона взагалі-то відрізняється від дійсності? Ви знаєте, от мнення, яке битує і во всьому світі, воно повинно бути для нас второстепенним. Сегодня мы должны сами внутри себя разобраться, как мы сами все думаем, и простой народ, и политики. Безусловно, мы информационную войну, так как проиграли, мы должны активизироваться. Я считаю, что и на русском языке мы должны создавать программы, которые будут транслироваться и в Европу, и в Россию. Почему? Я объясню, что вот русскоязычное население, которое живет даже в Европе, они, например, кроме Евроньюса, смотрят в основном русские каналы. Понимаете, вот со всего бывшего Советского Союза люди, которые там когда-то эмигрировали и живут в Европе, в любых странах, они в основном не на украинском говорят, говорят на русском языке. И им удобно, например, дома, кроме тех стран пребывания, которые живут, пульт включает, смотрит все равно российские каналы. А российские каналы идет сегодня зомбирование того, что у нас якобы есть фашисты, бендеровцы, и они убивают мирное население в Донецке. Хотя это не так. Хотя сегодня мы видим, что террористы разрушают наши города и инфраструктуру наших городов. Поэтому Украине сегодня, я считаю, одна из важных ключевых задач создавать информационную программу, которая будет транслироваться и в Россию, и в европейские страны. Я бываю часто в Европе, и когда разговариваю с людьми, я вижу иногда, вот они вопросы задают, но в их вопросах заложено какое-то убеждение того, что то, что они видят в российских каналах, это правда, а то, что вот я, например, им рассказываю, для них это как загадка и новость. Значит, где-то у нас есть вакуум. Мы, говоря о том, что наша украинская мова, безусловно, я сторонник того, что государственный язык был именно украинский, я же сейчас говорю с вами на русском языке, я пользуюсь. У нас есть закон о языках, который позволяет, как региональный язык, пользоваться и российским языком. И это была чистая спекуляция на основе языка, что якобы у нас русский язык притеснен. Ни в коем случае. И русские школы сегодня существуют, больше 1200 школ по Украине. И все говорят на русском языке, выйти в Киеве, половина населения на русском языке больше даже говорит. То есть никакого притеснения по языковому или по этническому вопросу сегодня в Украине нет. Но мы проигрываем информационную войну. И нам надо сегодня менять подход. Да. Ви свого часу і навіть зараз за власний кошт купували бронежилети і все необхідне знаряддя для воїнів АТО. Я вважаю, що це не героїзм, ні в коїм випадку. Кожен, є люди, і більше мене роблять, але ми дійсно оказали велику допомогу. Ми допомогли воєнним госпіталям в Житомирі, ми допомогли больниці, 17-ї больниці в Києві, ми допомогли велику допомогу больницям в Маріуполі, куди привозять наших ранених. Огромную помощь. Мы помогли 72-й, 79-й, 95-й бригады и бронежилеты, и каски, и приборы ночного видения, и много чего. Каждый гражданин Украины в меру своих возможностей, пусть оказывает помощь для того, чтобы мы смогли защищать сегодня нашу страну. Ведь в тяжелых условиях сегодня наши граждане
стоят на рубежах именно, и в холод порой и нет достаточного обмундирования и техники, и приборов, чтобы отличать в темноте врагов от своих. Это очень сложно. И психологически, когда сидишь перед телевизором, ты смотришь, показывают эти кадры и даешь себе отчет. А что ты делаешь для этой страны? Я считаю, тут каждого гражданина все-таки должна в этот момент больше доминировать совесть и долг перед своей страной. Зараз дуже багато переселенців зі Сходу. Як Асамблея національностей України допомагає і вирішує такі проблеми з цим? Ну, безусловно, що у нас вот на уровні і людей, які входять в Асамблею національностей, в меру возможностей, і кожен допомагає людям. Якщо к нам відбувається обращення, ми обов'язково вирішуємо питання. Много вопросов. Вот нет такого, что они говорят, нам негде жить. Все-таки как-то вот кто у родственников, кто именно через государство там поселяется и в общежитиях, и лагерях, и других. Ну, помощь оказания и одежду, и какие-то финансовые помощь, чтобы выезжать с зоны боевых действий, мы оказываем. Ці часи, як ніколи, зблизили людей усіх різних національностей. Що ми можемо зробити для України? І чим ми можемо сьогодні допомогти? Вот смотрите, я живу 29 лет в этой стране. Это моя страна, это моя часть моей жизни. Большая часть моей жизни прошла в Украине. Я родом из Азербайджана, этнический азербайджанец. Ведь в Азербайджане тоже был конфликт, и он до сих пор 21 год как заморожен. Это Карабахский вопрос. Когда часть Азербайджана, точно так же вот сегодня мы в Украине имеем проблему, была захвачена соседним государством Армении с помощью российских регулярных войск. И сегодня этот конфликт 21 год как заморожен. И были 4 резолюции Совета Безопасности, и другие организации призывали к тому, чтобы решать это. Но, тем не менее, вопрос не решен. Точно такая же ситуация в Абхазии, в Южной Осетии, Приднестровье и вопрос Крыма. И эти конфликты будут еще долго, как, знаете, вот раны будут сочиться на теле Украины в том числе. Сегодня мы все должны понимать, что любая война, она рано или поздно заканчивается миром. И ненависть и вражда, которая иногда сеется большей частью в России, иногда и в украинских эфирах, да, она не должна быть именно настолько направлена, чтобы мы вдолбили это, я извиняюсь за такое слово, в головы наших и сердца наших граждан. Я считаю, что и русские по национальности люди, и другие национальности, которые живут в России, в том числе, это наши братские народы, с которыми мы жили когда-то в едином доме. Но политика российского государства сегодня, она очень агрессивная и не устраивает нас первым долгом граждан Украины, которые мы ощутили на себе трагедию войны. Призывать надо людей к миру, призывать надо людей к толерантности, призывать надо людей к тому, чтобы ни в коем случае не поддавались на провокации, чтобы не переводить этот конфликт на этнический конфликт. Я думаю, что только все вместе мы сможем преодолеть, и мир обязательно наступит. Скажите, пожалуйста, на чем працює Ассамблея национальностей Украины? В программе нашей деятельности на 2015 год по всей Украине больше 100 мероприятий, которые будут направлены именно на міжнаціональний діалог і консолідацію в українському обществі. Ну що ж, я вам дуже дякую за цікаву і змістовну розповідь. Спасибо. Дякую вам. А я хочу вам нагадати, що ви дивились програму «Моя батьківщина». З вами були президент Асамблеї національностей України Равшан Тагіїв та журналіст Людмила Клименко. Всього вам найкращого і до наступної зустрічі.